Скажи, пожалуйста, у актеров есть какой-нибудь священный грааль, к которому они хотят прикоснуться? У каждого он свой. Кто-то хочет в театре играть, кто-то хочет известности получить. А ты? Я хочу известности, признания при жизни получить. Но я думаю, все будет у тебя. Но это не главная цель просто. Я известен, и я собой любуюсь. Нет, я хочу что-то доброе сделать людям, повлиять как-то положительно. Лишь бы как, я не буду. Слава не любой ценой. Потому что я понимаю, определенные есть ответы. То есть у тебя, в принципе, есть миссия? У меня несколько миссий. А расскажешь? Я хотел бы непонятых людей, к которым жестокое отношение, тех же инвалидов, одиноких поддержать. Потом поддержка женщин. Я очень люблю стихотворение «Ода женщинам». Мой друг Никита Джабурда написал. Можно я прочту? Оно короткое. Ну, маленький кусочек. Давайте женщинам дадим, давайте женщинам дадим бразды правления, их род порядок наведет, в них интуитивное влечение и к миру, и к тому, кто в небе ждет. В конце концов, все было из-за женщин, все есть и будет ради них расти. В их головах мозгов ничуть не меньше, да плюс душа, как Млечный Путь блестит, и этот блеск притягивает свыше. Любовный ток уж миллиарды лет, покуда нам не посносило крыши. Давайте женщинам дадим зеленый свет, пусть правят нами. Но пусть правят нами тонко и сердечно, пусь поднимают нам. Иса, остановись, а то Варя сейчас доплачет. На поднимание. Пожалуйста, Варя сейчас доплачет. Вот, поддержать женщин, которые угнетены в некоторых странах, не будем точнее каких.